13 февраля прокуратурой Хасавюрта проведена проверка правомерности ограничения движения на городских улицах. Во время проверки установлено, что на проезжей части некоторых участков улиц города в нарушении требований действующего законодательства имеются ограждения из металлических труб и железобетонных блоков, ограничивающих движение транспортных средств. Перекрытие проезжей части улиц нарушает права и интересы граждан, в том числе водителей транспорта. С выездом на место указанные конструкции были демонтированы, движение восстановлено, нарушения федерального законодательства устранены.